фонтан! Сейчас я разобью пиньяту, и на вас обрушится шквал сладостей. Да, сладостей, подавай вам. Новостей. Держи конфетку. Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто. Во-первых, Каризма снимает на свою евровизионную песню клип. Это либо рвение к победе, либо непоколебимое желание выиграть. Niciodată n-am să exclud nici un concurent, chiar și dacă lumea nu-l cunoaște. Poate nu a reușit să se promoveze atât de bine, poate nu a reușit să ajungă la urechea oamenilor, dar absolut orice concurent, chiar și cei care nu au intrat în semifinală, în finală de fapt, cei care au intrat în finală, pentru mine oricum sunt concurenți mari și buni. Во-вторых, дисквалификация, слезы, печали некой Катрины, которые послужили смесью цемента для пьедестала молодого и проворливого Думитруса Чекан. Ну что ж, мы заменили пешку на пешку. В-третьих, апелляции, крики, жалобы вышедших в финал не разжалобили судей пересмотреть свое решение. Ну что, увидимся еще. Пока.